Урбан. Программа о городских проектах. Я вот принципиально не буду. 11.06 в Кире. Начинается программа «Урбан». Здесь в студии Дарья Топузлеева и Светлана Занько. Как сделать наш город лучше? Слушайте «Урбан». Программу о городских проектах. Каждые две недели. По средам в 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой «Глобус». Да, мы продолжаем серию программ «Урбан». Напоминаю, что наша программа сейчас делает особый акцент в том числе и на подготовке к первому Кировскому урбанистическому форуму, который пройдет 23-24 октября. Две основные точки, где мы будем встречаться, это Детский космический центр и Инжиниум ВИАТГУ. Об этой программе форума мы вас информируем постоянно, но сегодня у нас тема другая и очень важная. Кирову 650 лет исполняется в ближайшее годы, и вовсю идет подготовка к юбилею. Как встретим юбилей, планы и реальность — вот тема нашей сегодняшней программы. Я расскажу, где нас можно увидеть и услышать. Во-первых, это частота, конечно, 101.0. Во-вторых, в нашей группе во ВКонтакте мы ведем видеотрансляцию, и сегодня у нас дебют в Ютубе, у нас тоже прямая трансляция, стрим. Заходите на наш канал «Эхо Кирова». Там, кстати, наверное, получше звук, чем на трансляции во ВКонтакте, поэтому присоединяйтесь. Это Дарья специально говорит, чтобы вы ей отклик писали ВКонтакте на нашем сайте. Вы, кстати, сайте, да, можете там задавать вопросы, совершенно кроме всего верно. Прочего. Кто нам лучше может рассказать о подготовке к юбилею, кроме как глава региона и глава администрации города Кирова? Мы задались вопросом с Дарьей. Никто. Мы решили и пригласили сюда в нашу студию Игоря Васильева, губернатора Кировской области. Игорь Владимирович, добрый день. Добрый день. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова, здесь с нами. Илья Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Время эфира, кажется, что у нас его много. Два часа мы работаем в Урбане. На самом деле не так много. Вот сразу скажем, что Игорь Владимирович после первого часа уйдет. Следующая встреча. Ну, спасибо, что пришли сегодня к нам. И мы тогда сразу с места в карьеры будем говорить о том, что предстоит в нашем городе сделать к юбилею. Но прежде чем мы будем говорить о том, что предстоит сделать, какие решения приняты или сейчас обсуждаются, мы все-таки должны отправную эту точку обозначить, что представляет наш город сейчас с точки зрения архитектуры, инфраструктуры, доступной среде. Мнение наших гостей мы хотим услышать, потому что вы знаете прекрасно, слушатели, мы это об этом всегда говорим, что в течение последнего года или даже полутора было много встреч с архитекторами и проектировщиками из разных регионов. Изучалась точка зрения профессионалов на наш город для того, чтобы грамотно подойти к принятию решений. Так вот, такое консолидированное мнение, вот сейчас такое оно сложилось, мы попросим озвучить наших гостей. Игорь Владимирович, пожалуйста, вот вы, кстати, были инициатором очень многих встреч с и московскими, и питерскими, и казанскими архитекторами. Вот сейчас как вы представляете себе наш город в каком он сейчас виде? Где мы находимся? Можно сравнить с другими городами России? Ну, мы находимся на реке Вятке, в очень красивом месте с удивительным ландшафтом. Это я сейчас просто повторяю слова всех архитекторов, которые нам приезжали. И даже один из них произнес такую фразу, что ему вот совсем город Вятку не жалко. Что вызвало такую, вот помните, да, такую достаточно дискуссию, острую, да, дискуссию. А человек-то имел в виду на самом деле вот что Вятка очень удачно расположена, да, вот на холмах вдоль большой красивой реки, окружена такими действительно потрясающими, так сказать, лесами. И здесь есть место для того, чтобы развернулась в том числе архитектурная фантазия, в отличие от многих городов, как Оренбург, например, не в обиду Оренбургу и сказано, который абсолютно плоский город, и где, ну, в общем, наверное, очень мало места архитектурным фантазиям. Поэтому я думаю, что предки наши 600, там, почти 50 лет назад, выбирая место для города, поступили очень мудро. И вот я думаю, что вы с этим согласитесь, что та серия встреч, которая у нас уже прошла, с несколькими архитекторами, с архитектурными сообществами, говорит о том, что и мысли есть правильные, и желание у людей приложить мозги, руки, так сказать, головы к модернизации, скажем так, современного облика города Кирова есть. И мы в этом направлении, почему мы вместе сегодня? Мы можем это делать только, ну, наверное, объединяя усилия городской и областной власти. Наверное, мы сегодня-то об этом и поговорим. У нас состоялось такие вот наши, там, наверное, административные вещи, которые мало кому интересны, но тем не менее это очень важно. То есть мы готовимся сейчас к первому заседанию Организационного комитета по празднованию 650-летия города Кирова и решили чуть-чуть переформатировать подход, потому что, мне кажется, все-таки это не совсем про фейерверки
и там, не знаю, так сказать, один из там фестивалей, который предполагалось проводить, назывался так очень символично, там, Вятские свистульки, так сказать, да, вот чтобы не просвистеть эту важную дату, мы должны, наверное, приложить максимум усилий, чтобы и город, и область постарались войти в максимальное количество федеральных программ, по которым выделяются деньги на благоустройство, строительство дорог, там, не знаю, современных школ, концертных залов, спортивных сооружений, с тем, чтобы мы подошли вот к 650-летию, а может быть, даже и ушли за него. А вы уже наметили эти программы? Ну, то есть, есть понимание, во что вступить? Не бегите впереди паровоза, пожалуйста. Дайте слово Илье Вячеславовичу. Дайте, скажем, Илья Вячеславович, я тоже помню хорошо это выражение, что Вятку не жалко именно в смысле того, что природа нам дала замечательные условия для того, чтобы город выглядел хорошо. Так. Но мы имеем некую реальность, да, с какой точки мы сейчас стартуем, когда будут начинаться проекты по подготовке к 650-летию, и даже не просто стартуем, уже идут программы БКД, идут программы «Комфортная городская среда». По факту вот это хозяйство, которое есть в Кирове, природные условия, все понятно, да, все, что нам дала природа. Но что мы имеем сейчас, о чем говорили специалисты, и какие сейчас проблемные зоны уже точно мы имеем? Ну, о проблемных над которым будем работать. О проблемных зонах можно много говорить, потому что, в принципе, мы за последний год, наверное, очень много это обсуждали, и у нас тут и изношенный там жилищный фонд, и изношенная инфраструктура инженерная, и тепловая, и водоснабжение, канализование, и там ливневки нет, дороги были у нас года два назад, скажем, в не очень приглядном состоянии, но... Сейчас вот проблема тротуаров очень активно разрабатывается, чтобы это было максимально быстро и как-то вот удачно сделано, потому что вот тот отклик, который сегодня пошел уже по тем тротуарным зонам, которые сделаны в этом сезоне, то, в принципе, я так понимаю, что у людей это очень востребовано. Поэтому вот на этих простых вещах мы сконцентрируемся, чтобы это вот, ну, ни в коем случае не уронить, а именно вот за эти годы нарастить темпы таким образом, чтобы к 650-летию подойти уже с очень комфортным городом, приятным для пребывания. Потому что вот я по себе могу сказать, что вот когда вот эти вопросы возникают, а что для тебя Киров, а как ты себя здесь чувствуешь? Ну, я вот могу одним словом сказать, что это город очень приятный. И мне очень нравится, даже вот сегодня, несмотря на то, что там есть у горожан обоснованные, наверное, какие-то вопросы по благоустройству, по нему приятно гулять, в нем приятно находиться. У нас, понимаете, вот хотелось бы отойти от какой-то самоуничижительной какой-то позиции, что вот у нас там Киров, там, ну, много разных там в интернете можно откопать мнений по поводу того, что у нас, какой у нас город. Город у нас очень красивый. Но это, скорее всего, все-таки, вот еще раз, природа, плюс вопреки, мне так кажется, да, вопреки, а не благодаря, там, да, потому что комфортное состояние, в том числе атмосферное, это еще и жители этого города, конечно, однако мы с вами здесь в этой студии неоднократно говорили, что все-таки и комплексное развитие территории у нас не производилось раньше, и точная застройка присутствовала, и малое развитие там парков, скверов и прочее, все, над чем сейчас работает администрация города Кирова, это то, что мы имеем, это все-таки данность, проблем много. Это данность, может быть, оно и хорошо, что, вот понимаете, сейчас, оглядываясь назад, очень многие, от многих я слышу, и я сам это вижу, что хорошо, что, может быть, и не было этой комплексной застройки, потому что удалось сохранить центральную часть. У нас там историческое поселение. То есть многое, как говорится, может быть, благодаря, может быть, вопреки, я уж не знаю, но многое сохранено. И сегодня, когда к нам приезжают вот эти вот большие архитекторы из разных больших архитектурных домов, они отмечают, что у вас очень хороший материал для начала, вам есть чем стартовать, и очевидно, что результат будет тоже хороший, потому что если вам удастся все это сохранить, а мы ведь именно над этим работаем, чтобы сохранить и приумножить, поэтому я думаю, что у нас как раз... приятно то, что на старте видится результат именно такой вот, что можно создать очень многое, не разрушив тот задел, который нам подарен предками. Сохранить идентичность, да, идентичность Кирова, старинную застройку, и в то же время соответствовать современным трендам. Так вот, очень интересно, на ваш взгляд, каким именно требованиям должен соответствовать региональный центр, чтобы, так скажем, не выпасть из обоймы, а, возможно, даже вытянуть регион из списка депрессивных, к которым мы до сих пор как-то относимся, и все время нас туда отсылают, а мы сравниваемся с другими городами. А нас кто туда отсылает, кроме
нас самих. То есть, вот, я, рейтинги. Рейтинги. Мы сейчас не о рейтингах. Ну, давайте, да. Вот, давайте честно про говоря, то, вот как вы себе представляете региональный центр, каким он должен быть? Я представляю себе так, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Да, вот недавно мы встречались с ректорами наших вузов, так сказать, да, у нас, напомню, их 4, да, и по, наверное, по основным направлениям, да, это и филиал юридической академии имени Кутафина, и медицинский университет, опорный вуз и сельскохозяйственная академия, в котором учатся, так, в общей сложности, наверное, где-то там чуть больше 30 тысяч студентов, по некоторым данным, к нам вот в этом году, да, уже приехали там ребята из 18 стран учиться, да. И, вы знаете, вот есть совершенно удивительные примеры, там, в Томске, в Казани, так сказать, где есть прекрасные студенческие городки, ориентированные не на один университет, а, ну, кампусы, да, со спортивными сооружениями. Вот я эту идею как-то так спонтанно высказал, ее и город поддержал, и, в общем, ректоры как-то вузов, да. А, наверное, мы это тоже будем включать в качестве такой вот, ну, может быть, фантастической, на первый взгляд, так сказать, но идеи, которая может быть реализована в том числе в какой-то части к 650-летию. Почему нет? Если у нас появится такой кампус, к нам будут приезжать больше людей, так сказать, учиться, а студенческие годы самые лучшие, да, вот сейчас задать вопрос, что вы там чаще всего вспоминаете, когда были молодые, так сказать, да, и вот вот такие ходы, понимаете, как вот, ну, мы, наверное, должны прекрасно понимать, что вот такие прорывные, так сказать, истории, да, которые, ну, на первый взгляд не приходят в голову, и каждый вуз там как-то отдельно, так сказать, колупается с чем-то, а плюс еще психология, да. Я вот, опять же, не в обиду ректорам, когда мы эту идею, так сказать, высказали, да, начали ее обсуждать, то, знаете, какой термин у них у всех с языка следует? А у меня вот есть места в общежитии. А вот у нас в общаге, я говорю, слушайте, забудьте вы эти слова. То есть современной молодежи нужен кампус, нужен студенческий городок. Более того, я ВКонтакте на эту новость слышала такую версию, что зачем кампус, ведь общежитие должно быть рядом с учебным заведением. Ну, то есть, как это, в смысле, куда это меня далеко поселят? Ну, вы знаете, вот это тоже вопрос, на самом деле, где его располагать, так сказать, да, в там. Ну, это был вопрос не от студентов, к счастью. Ну, вот, к счастью, не от студентов, потому что студенты, мне кажется, от сессии до сессии живут студенты весело, да, там, крамольную мысль скажу им, чем дальше от аудитории поселишь, тем им, наверное, лучше, так сказать, да, ну, не с точки зрения знаний, а с точки зрения формирования студенческого коллектива. Но, тем не менее, да, вот это же такая абсолютно понятная прорывная мысль. Дальше с чем она связана? Вот смотрите, у нас появился там пресловутый биофармацевтический кластер, к которому мы долго шли, многие предприятия не уходят. Сейчас вот вы слышали новость о том, что начинает уже активная фаза достраивания ввода в эксплуатацию Росплазмы, так сказать, это и рабочие места, и налоги. Кадры-то нужно готовить. И вот мы обсуждали в том числе и с руководителями Нанолека, так сказать, возможность того, чтобы там организовать, скажем так, ну, некую академическую науку, да, то есть предоставить площадки, где, может быть, будут жить ученые, которые получат образование здесь. Вот. Вот это и есть выход. Понимаете, нельзя сказать, все, поздравляем, мы вышли там из всех рейтингов депрессивных регионов, ничего не сделав. Вот если мы такие шаги будем предпринимать, то, собственно, первое, мы у себя в голове, так сказать, выйдем и перестанем обращать внимание на эти иногда дурацкие, так сказать, рейтинги, да. А дальше, так сказать, вот, ну, есть вопросы, которые, наверное, вы сегодня и с Ильей Вячеславовичем будете дальше обсуждать, скажем, по там, масштабности, да, каких-то историй. Вот если мы хотим включить Киров в такую в культурную жизнь Российской Федерации, то, конечно, нам нужны знаковые события там, первого уровня, которые к нам будут приезжать. Как там приезд Мариинского театра, так сказать, да. Скажем, наш земляк Урин возглавляет Большой театр, так сказать, да. У нас когда были последние раз гастроли Большого театра? Вот эту работу нам нужно проводить, понимаете? Да. Что касается современного регионального центра, как он должен выглядеть, да, на что мы должны ориентироваться, я совершенно согласна с вами, что кампусы, как современная составляющая развивающегося города, необходимость абсолютно. Потому что кампус – это не просто общага, как мы говорим. Конечно. Это комплекс сооружений, который позволяет молодым специалистам полностью реализовать свои способности. Это и не спорт, просто реализовать, культура, и наука, и межвузовские связи. И остаться, конечно, здесь. Им, конечно, должно быть здесь комфортно. И мы об этом говорим. Кроме этого, безусловно, мы говорим еще о том, что должна быть комфортная городская среда коммуникации. Наверное, да, точка преткновения любого города – это как развивается транспортная сеть, начиная от аэропортов и заканчивая тротуарами. Угу. Илья Вячеславович, ну, здесь нам что должно быть в региональном центре, на ваш взгляд, точно? Ну, в региональном центре должно быть точно. В принципе, этот набор, он общеизвестен. То есть, это должны быть хорошие дороги, удобные тротуары, удобные
места общественного пользования, парки, скверы. Должна быть удобная логистика по городу, пешеходная, велосипедная. То есть об этом мы тоже очень много вот в последнее время, в том числе и с вами, собираемся, обсуждаем различные варианты, как это можно запроектировать и как это можно реализовать. Потому что та существующая инфраструктура, она, в принципе, это позволяет. Единственное, вот, чего сегодня, к сожалению, в городе у нас нет именно в этом плане, то, к сожалению, вот нет единого какого-то пешеходного маршрута, по которому можно было бы пройтись, не прерываясь на какие-то вот, так скажем, участки, где нужно подумать, как это вот преодолеть. Вот если говорить о современном городе, то, в принципе, я думаю, что у горожан должна быть однородно доступная городская среда, комфортна для пребывания. То есть это и пешеходные маршруты, и велодорожки. Но это, наверное... Общественный транспорт современный. Это вот... только с языка сняли, то есть вот сейчас сделали, делаем дороги, и понятно, что следующий шаг — это наладить удобный, комфортный транспорт, который предполагает, что можно, например, сегодня отказаться от собственной машины. То есть, чтобы у человека это не вызывало зубной боли, и чтобы никто не морщился, понимая, что вот он машину поставит и сядет на автобус, и это будет ужасно. Нет. Как в любом европейском городе, идея поехать сегодня там, на общественном транспорте или на такси, она не вызывает никакого отторжения. Она, наоборот, вызывает определенные эмоции, потому что это новые впечатления, новая картинка перед глазами. Вот сейчас наша задача сделать именно так, чтобы это вот было у горожан вот таким вот приятным путешествием. К сожалению, пока мы этим похвастаться не можем. Судя по тому, что говорят наши слушатели на прямых эфирах, комментируют в нашей группе ВКонтакте, безусловно, дороги, тротуары все еще стоят на первом месте. И да. Удовлетворенности все больше высказываются, да, люди насчет того, что они более удовлетворены сейчас этой системой. Но, тем не менее, это все равно боль. И об этом мы говорим и вкладываем туда много ресурсов. Однако нельзя, наверное, сбрасывать со счетов в том числе и фасады, в том числе и культурную, как вы говорите, составляющую. Достаточно посмотреть на наши театры, на наши кинотеатры, на наши дворцы культуры и прочее. В этой истории у нас вчера были представители ТЮЗа, и они нам рассказали, что в 2019 году будет большая федеральная программа, в которую можно попасть, если, опять же, область предоставит техническую документацию, но там тогда можно будет отреставрировать все, а сцены и мастерских до фасадов и прилегающих территорий. Это конкретно по театрам. Да, но здесь такая история, мы сейчас к этому моменту как раз перейдем, что чтобы получить федеральные деньги, нам необходимо вложиться самим сначала в техническую документацию. Это всего касается. Мы здесь говорили про реки, мы здесь говорили про парки. Любая федеральная программа это подразумевает. Деньги мы оставим на конец нашей программы, а сейчас мы знаем, что проходит в городе. Сейчас вы, Игорь Владимирович, сказали, что серия уже встреч прошла, совещаний по подготовке к 650-летию. Какие конкретно обсуждались проекты? Определены ли ключевые аспекты изменений в городе? Я, наверное, здесь там не открою особенного секрета, если скажу, что мы вместе с городскими властями, если можно такой термин применить, проинвентаризировали, скажем так. Вот сейчас Илья Вячеславович там в прямой трансляции. Мы видим в сети интернет, пакет документов. Да, достает большой пакет документов. Назвали мы его Киров 650. Я даже цифру могу озвучить, да? Да. Вот, как помните, там, что нужно для полного счастья, да? То есть тарелочку с голубой каемочкой, вот на ней хорошо было бы, если бы лежало 120 миллиардов рублей. 120 миллиардов. Да. Это помогло бы нам сделать, я сейчас, поскольку уйду, наверное, первым, дальше я, Вячеславович, там будет расшифровывать какие-то вещи, позволило бы сделать ливневую канализацию, быстро привести дороги в нормативное состояние, поработать с фасадами, заняться с дноуглублением вятки, берегу, укреплением в вересниках, подъемом там на уровень плюс 5, предоставление вот этой великолепной совершенно площадки, где, на мой взгляд, сейчас, вот опять же, понимаете, исторически как сложилось. Был лесосплав, по берегу расположились промышленные предприятия. Лесосплава не стало, и теперь мы через город по новым дорогам везем перегруженными фурами круглый лес, а в обратную сторону напиленный на ровные доски, так сказать. Наверное, это ни с какой точки зрения абсолютно неправильная история. Конечно, нужно вести переговоры, так сказать, с предприятиями, наверное, и перебазированием, потому что будущее все равно за этим. Это не значит, что это нужно делать в принудительном порядке, нужно помогать. Вот здесь же и театры, и строительство концертного зала, и необходимое количество школ, и детских садов, которые сейчас, кстати, строятся. Но мы понимаем, что если даже вдруг сейчас, вот давайте представим ситуацию, вот откроются двери, кто-то принесет нам 120 миллиардов
рублей, то мы просто не сможем с ними, ну, должным образом распорядиться, потому что у нас недостаточное количество строительных мощностей, специалистов, там, я не знаю, любого, так сказать, уровня. А ко всему нужно готовиться. Поэтому мы для себя выбрали даже не тактику, а стратегию, когда мы вот все эти мероприятия находим для них соответствующие федеральные программы и начинаем работу по включению в федеральные программы. Не просто подготовка проектно-сметной документации, вдруг что-то получится. А сначала мы должны быть уверены в том, что мы в эту программу попадаем. Причем получаем, совершенно очевидно, не всю потребность, которая нам нужна одномоментно. Но мы уже забили свой процент, свои участия, и должны показать то, что мы умеем это делать. Если это касается строительства школ, то мы умеем их строить быстро, качественно, за относительно небольшие деньги, так сказать, там, где это нужно, и мы уже попали в эту программу. Я просто еще раз напомню, да, что если мы в 2016 году, помните, все открывали в Кирове первую школу, построенную за 30 лет, то вот к концу этого года мы еще 3 школы по 1000 мест уже введем, в том числе и в районах. Да? Мы строим 6 детских садов. И вот я думаю, что такой подход, он единственно возможный, не позволяет выбрасывать деньги на проектно-сметную документацию в никуда, а сначала ставит лошадь впереди телеги. Мы попадаем в программу, получаем уверенность, получаем техническую возможность эти работы проводить, готовим проектно-сметную документацию. И это касается всего. Вот, скажем, по тому же областному драматическому театру мы понимаем, что на приведение его в нормативное состояние полностью нужен 1 миллиард рублей. Цифра большая, и время на это нужно. Принято решение о том, что мы будем делать это поэтапно. Сначала из резервного фонда президента, на это уже особого секрета не открываю, так сказать, согласие получено, мы там около 300 миллионов рублей получаем. Да, это на первоочередные, так сказать, работы. Это ремонт фасада, это приведение там в порядок фойе, там чуть поработаем в зрительном зале, так сказать. А следующим этапом уже, попадая в программу театра и модернизации областных, которые работают с 2019 года, будем вкладывать уже более серьезные деньги, надеюсь, которые нам из федерации после того, как мы продемонстрируем наши способности и возможности работать действительно быстро, качественно, с должным результатом, будем трудиться. Вот, понимаете, это касается всего. Вот, если говорить о дноуглубительных работах или о берегоукреплении, нужно попасть в две этих федеральных программы. Пусть на небольшой процент вначале. Но у нас появляется уверенность, что, а, мы это умеем делать, б, так сказать, у нас появляются соответствующие компетенции, квалификации. И в результате, я надеюсь, так сказать, что что-то получится до 650-летия, что-то получится в момент, а что-то получится после. Скажем, если позволите, я там, не знаю, узурпирую, наверное, время Илья Вячеславовича, но тем не менее, вот скажем, по программе БКД, да, вот мы начинали с вами в 2016 году, с нехватки средств в дорожном фонде, там 2 миллиарда, так сказать, была дыра, и дороги в соответствующем состоянии. За 2 года мы уже порядка 250 километров, ну, это в Слободском, в Кирово-Чепецке и в Кирове дорог привели в нормативное состояние. И к 2024 году у нас со следующего года будет порядка 4,5, по-моему, миллиардов бюджет дорожного фонда, если я не ошибаюсь. То вот представьте себе, за 6 лет мы почти 30 миллиардов денег вложим в развитие дорог. У нас к 2024 году 85-90% дорог в Кирове, Кирово-Чепецке, в Слободском и в целом в регионе будут соответствовать нормативам, принятым в Российской Федерации. А это уже уровень Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, вот крупных городов. Вот таким путем мы идем. Вопрос Илье Вячеславовичу. Складывается ощущение, что все-таки, чтобы глобальные преобразования провести, а они действительно глобальные, безусловно, там недостаточно бюджетов муниципальных и региональных, и большая надежда именно на федеральные программы. Но, наверное, не просто надежда. Мы видим, что государство такую позицию заняло, что оно формирует само вот эти крупные программы, и здесь только ждет грамотной работы регионов и городов с этими программами. У меня такой вопрос. Мы в первый год участия в программах напоролись несколько раз на разные грабли. И где мы сейчас находимся, насколько у нас большие надежды или уверенность, что в Киров придут по разным федеральным программам, серьезные средства, которые смогут обеспечить нам проекты к 650-летию? Ну, я могу сказать такую вещь, что, понимаете, глаза боятся, руки делают. Это ведь, что называется, не боги горшки обжигают. И нам, понимая наше сегодняшнее состояние, ну, сам Бог велел как-то мобилизоваться. И вот то, о чем сказал Игорь Владимирович, у нас другого варианта нет. Если бы у нас были варианты, вот как-то вот давайте так или вот так, у нас есть только один вариант. Очень быстро
с максимальным набором компетенций, которые сегодня у нас уже есть, двигаться вперед. Опять же, безусловно, мы в программу попадем. И сегодня, поверьте, огромная работа ведется и в правительстве, и в администрации города. У нас совещание за совещанием. Ну вот я думаю, что по накалу как бы работы вы можете судить, например, как мы готовимся к урбанистическому форуму. То есть, в принципе, люди просто понимают, что вот сегодня работа именно такая, и другой-то уже не будет. Именно только наращивание темпа, только увеличение глубины понимания любого вопроса. Максимальное внимание к деталям. Свои 3 копейки. То есть что же вам запретить? Ну, не знаю, мы у вас в гостях, вдруг скажете, вам нельзя. Вот еще один такой штрих, вот мы даже здесь вместе, да, и говорим об этих проблемах, а уж то, что мы работаем постоянно вместе, мы перестали там разделять уже давным-давно там город, область, так сказать, да, то есть, ну, в хорошем смысле этого слова, потому что мы работаем на помощь друг другу. Вот это очень важно. Хотя можно было бы в каких-то вещах сказать, ой, это областная проблема, ой, это городская. Ну, наверное, людям-то вообще не важно, да, чья это проблема, они живут здесь и сейчас. И хотят, чтобы вот их слышали, эти вопросы решали. Да, ну, независимо от того, как там устроена власть. Собственно, для этого мы проводим наши программы, и сейчас прямой эфир, и для этого устраиваются встречи, в том числе и вами, для обсуждения городских проблем. Нас все-таки, мы привыкли, может быть, за годы, а может быть, такая ситуация действительно сейчас и есть. Вся надежда обычно бывает на губернатора. Все обсуждают, есть ли у губернаторов и там у высоких наших руководителей ресурс, административный ресурс, вес федерации, который позволит им выбить эти деньги, эти 120 миллиардов, которые нам нужны для того, чтобы полноценно реализовать проект. Это, знаете, мы сейчас говорим вот о тарелочке с голубой каемочкой, я уж, извини, напомню, да, то есть это не то, чтобы, если их нет, то мы перестаем, так сказать, жить, это идеальная ситуация. Но мы знаем, что все равно проекты приходится защищать. Очень часто приходится самим ездить в Москву для того, чтобы различных ведомств доказывать состоятельность. 26 сентября мы защищаем проект по БКД и БКД-2.2. То есть это уже где будут выделяться деньги не только на ремонт и содержание дорог, но и создание инфраструктурных проектов. Вот это происходит практически каждую неделю. То есть мы по разным проектам в Москве, нам удается защищать эти проекты, нам удается получать деньги. То есть сейчас вы удовлетворены тем, как двигается работа над финансами? Наверное, было бы странно сказать, что да, полностью, конечно, нет. То есть, хотя у денег же такое свойство, что их никогда не бывает много. Да? Вот, наверное, даже у самых богатых стран, у самых богатых людей, у самых богатых регионов всегда на что-то не хватает. Мы в этом смысле, наверное, чуть менее счастливы. Но я другое хочу сказать, что нам удается то, что мы задумали, доводить до конца, получать и реализовывать достаточно качественно, мне кажется. Ну, допустим, дороги – это один из там примеров. Илья Вячеславович. Ну, я хотел бы, знаете, вот в ответ на то, что вы говорите, вот у многих регионов есть ресурсы, и они вот там как-то лучше добиваются. Тут, я так не сказала. Правда, это правда. Но вопрос конкуренции, он же все равно присутствует. Я сказала, что это обсуждается всегда. Это всегда обсуждается, но, понимаете, здесь нельзя ни в коем случае перепутать не ресурс сначала, а потом успехи какие-то у региона, а сначала какая-то работа, и через работу эту успешные регионы получают ресурс. Они доказывают, что они могут. И вот у нас сейчас очень хорошая позиция, потому что мы начали это делать, у нас получается, это очевидно. И сейчас просто нужно наращивать свои возможности, в том числе лоббистские по-хорошему, и получать больше и больше денег, а у нас для этого есть хороший повод. То есть, понимаете, некоторые идут без всякого повода, получают деньги, а у нас 650 лет впереди. Может быть, еще раз, да, вот, если позволите, опять же, да, минуту. Вот у нас еще одна сфера, которая вызывала и продолжает там в определенной мере вызывать, так сказать, там и раздражение, и вопросы, так сказать, да, поскольку к ней люди не всегда подходят в радужном настроении, это медицина, да, то есть с ней обычно сталкиваешься, когда либо ты, либо родственник, так сказать, там, ну, попадает в какую-то трудную ситуацию. Но я хочу сказать, что вот, скажем, те бережливые поликлиники, санитарная авиация, приближение технологических услуг к людям, так сказать, да, вот там распределение там гемодиализной помощи по региону, так сказать, да, вот то, что, ну, я не знаю, вы тоже, наверное, присутствовали, открытие там новых операционных в клинической больнице, там, северной больнице, 44 вертолетных площадки, позволили нам не просто вести диалог достаточно успешно с федеральным центром, а войти в руководство национального проекта здравоохранения. Да.
Вот я бы мечтал, чтобы мы... Ну, наверное, это невозможно в силу там разных причин, так сказать. Вот войти бы еще в несколько рабочих групп по национальным проектам. Тогда это качественно иная история. Уже мы вместе со страной, вместе с руководством министерства там того или иного начинаем распределять деньги для страны. Ой, вот, это очень вот хорошая это история, начинать понимаете? Распределять деньги для страны. Сейчас прервемся на полторы минуты, у нас реклама, и продолжим разговор о том, какие проекты, средства уже понятно, 120 миллиардов нам требуются, какие проекты запланированы с нашими гостями, Игорем Васильевым, губернатором Кировской области, и Ильей Шульгиным, главой администрации города Кирова. Урбан. Программа о городских проектах. Игорь Васильев, губернатор Кировской области, у нас в гостях. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова. Мы говорим о том, какие планы строит город к празднованию 650-летия. Даже не про празднование само мы говорим, а именно глобальные изменения, которые хочется провести в Кирове. Мы их ожидаем за этот период времени. Процесс уже пошел, и мы регулярно в нашей программе «Урбан» сообщаем и обсуждаем в прямом эфире. И во втором части с Ильей Вячеславовичем Шульгиным мы будем на прямой связи. Можно будет звонить 211-101, задавать прямые вопросы. Мы сразу отсекаем мелкие вопросы, вот такие, да, вот совсем там лампочку поменять в подъезде, а будем говорить про какие-то глобальные вещи, касающиеся всех горожан и всего города. Один из таких вопросов сейчас пришел на наш канал в YouTube, и звучит он следующим образом. Наш слушатель предлагает сделать пешеходную улицу Спасскую. Не новая идея. Угу. Да. Но это, да, ваш, я... это к идее о том, что должна быть серьезная пешеходная зона в городе. Ну, совершенно верно. И должно быть место притяжения, да, куда горожане могут прийти с детьми, там, не знаю, послушать уличных музыкантов. Вообще-то вот мы все время иногда, вот даже до эфира, да, мы вспоминали там Арбат, новый, старый Арбат, где к очередному юбилею города поставили там прекрасные какие-то качели, там детские площадки. Почему нет? Я бы вот эту идею поддержал, я не знаю, как Илья Вячеславович, но Спасская такая улица, она в этом смысле достаточно сложная, если вот туда за Ленина вниз и до реки, да, там, то вверх, здесь Центробанк, да, там какая-то необходимость. Может быть, мы как-то извилисто бы ее сделали, потому что у нас, вот на мой взгляд, да, мы родина Васнецовых, самых узнаваемых художников в России и в мире, так сказать, да, если говоришь Васнецов, все понимают, о ком идет речь, так сказать, да. А где у нас какой-нибудь летний вернисаж, где можно просто прийти, купить или посмотреть на работы наших художников? Да. Но почему бы его не появиться там, не знаю, на Спасской улице, так сказать, да? Вот эта проблема, о которой вы говорите, о том, что есть там офисы, которым необходимо обеспечить подъезды, и это она и ставила крест на том, чтобы осуществить проект пешеходной зоны. Он вообще решаемый, этот вопрос, Илья Вячеславович? Абсолютно решаемый. Абсолютно решаемый. Абсолютно решаемый, просто понимаете, ну вот здесь предложение прозвучало сделать пешеходную улицу Спасскую, но она у нас уже частично пешеходная, с одной стороны. С другой стороны, нужно посмотреть, где вообще можно создать какие-то притягательные для горожан зоны, где действительно было бы интересно гулять. Потому что гулять мимо Центробанка, ну, можно, наверное, только по делу или мимо, когда идешь. Поэтому здесь вопрос такой вот очень... Гулять по делу — это хорошо. Там еще окна у него отзеркаливают, поэтому хорошо гулять. Я просто сейчас вот вспомнил, действительно, что мне несколько раз хотелось купить в подарок работы вятских художников, и я их покупал. Напротив прокуратуры такой забор там есть. На нем люди развешивают. Ну, как по-моему, не очень достойно. Очень правильное место. Игорь Владимирович, как раз вот это вот место... Мы прокуратура сегодня... соседства хорошая, но забор неправильное место для развешивания картин. Как раз вот сегодня вот этот сквер, он небольшой, но очень, так скажем, я считаю, он очень ценный, потому что он такой очень хорошо сформированный. Согласен, так может быть, сделать такой летний, там, не знаю, вернисаж? Вот мы на Urban Forum, я думаю, частично этот вопрос и разберем. Давайте, а если говорить о большой какой-то пешеходной зоне, то вот к нам недавно вот приезжал Юрий Александрович Перелыгин, мы с ним гуляли по оврагу, по оврагам Засоры, и, в принципе, это идея, она вот как родилась, она так вот в принципе и не угасает, именно сделать единую пешеходную зону от Ботанического сада до Трифонова мостика. Там никаких центробанков. Мы вместе с вами прошлись, и в общем, ну как-то так, даже сейчас это уже достаточно позитивная была история. Ландшафтно очень удачное место. Это делается при современных технологиях довольно
просто. То это есть... пока мечты. Это по... есть в плане 650-летия. Просто на первый взгляд засора. Сделать улицу пешеходной конечно. Проще, чем сделать пешеходным засор. Ну, вот... Почему? Вот, знаете, дилетантский взгляд. Если позволите, проще... я еще раз вот обозначил бы главную канву. И, наверное, мне кажется, мы, может быть, не совсем правильно сделали, не посчитав, что это такая абсолютно первая рабочая встреча, не пригласив там даже никого из журналистов. Может быть, стоило вот Светлану, которая у нас модератор всех наших урбанистических форумов, пригласить, обязательно это сделаем. Мы просто вот в своих головах, я надеюсь, там зрители выскажут свое мнение, правильно это или неправильно, чуть-чуть переформатировали подход к празднованию 650-летия. А именно, с праздничных мероприятий, которые пройдут вот в этот день или там за неделю до него, а после них останется там приятные либо неприятные воспоминания, так сказать, да, мы хотим сделать так, чтобы инфраструктурные проекты пошли впереди. И вот на их базе прошли празднования, и они остались с нами навсегда. И напоминали бы нам о том, что мы сумели вот к этой дате, и что мы продолжим за этой датой делать. Вот мне бы хотелось услышать мнение горожан, да, или там жителей области в том числе, насколько этот подход правилен. Или, условно говоря, грандиозный салют и достаточно. То есть вот как-то... Это хорошая очень история. Действительно, и еще раз возвращаемся к урбанистическому форуму. Будет открытый, он не только для специалистов. Да, и там на всех площадках горожане конечно. Могут высказать свое мнение. Абсолютно. И чем больше людей придет и посмотрит, и примет участие, и хоть даже вот можно ничего не говорить, просто посидеть послушать, это уже будет ценно для нас, для всех, чтобы сформировалась некая такая вот критическая масса общественного мнения, которая бы уже была максимально вовлечена в процесс. Потому что ну, давайте мы вам построим что-то красивое. Ну, давайте. Вот, понимаете, когда власть начинает строить что-то красивое, мы получаем Йошкар-Олу. Забавный город, но вот... Мало приспособлен, потому что когда я вижу на горизонте еще один Василий Блаженный, а рядом с ним маленькая Спасская башня Кремля, то у меня начинается немножко когнитивный такой диссонанс внутри меня. Но люди пытались сделать красиво, у них что-то получилось, что-то не очень. Это вопрос такой философский. Нам нужно сделать не что-то красивое, нам нужно сделать конкретные очень вещи. Кстати, если я обращаюсь к техническим нашим помощникам, если все-таки кто-то там, не знаю, в Ютубе, там, в Телеграме, еще где-то, какие у вас средства связи, не знаю, вот скажет о том, что правильнее, да? То есть, а мы можем запустить во втором части. Давайте, да. 12:00, у нас будет прямой эфир 201-101 с интерактивом, можно будет звонить и высказываться как раз на эту тему, мы соберем мнение слушателей, а я только, потому что времени уже не остается, если вы позволите своими словами скажу, что наши оба спикера в перерыве высказывали, что, ребята, вот эта вот история про то, что денег все равно нет и ничего не будет, она не проходит. Надо как раз сначала думать о том, что мы хотим и что будет, и под это будет, под серьезные намерения, уже добывать деньги. Правильно? Совершенно да? Спасибо совершенно большое. Игорь Васильев, губернатор Кировской области, сейчас покидает наш эфир. Илья Вячеславович Шульгин остается с нами, и он будет на прямой связи со слушателями 201-101. Урбан. Программа о городских проектах.